Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить игру под названием The Forgotten Ones. Страшный хоррор, страшный мод для Half-Life 2, вот. И на прошлой серии мы победили рыцаря, бессмертного рыцаря. Бессмертного рыцаря мы убили, короче. Поверьте на слово. Вот. И подобрали ключ, короче, и нам теперь надо отправиться в то место, где мы ставили, короче, трубу, врезали трубу. Вот. Спуститься вниз, и там будет дверь, которую нам нужно пихнуть этот ключ. Пихнуть ключ, и тогда мы увидим, что там. Там какой-то бункер. Судя по арту, короче, когда загружалась локация, там должен быть бункер. Так, а нам сюда. Нам сюда. Наверное, там мы узнаем какую-то страшную тайну. Хотя, может, мы уже чего-то узнаем, эту страшную тайну. Может, уже знаем что-то. Просто я нихера не понимаю в английском. Вот. Я думаю, может быть, мы уже что-то и узнали. Если кто-то из вас знает английский и читал там записки, короче, и в курсе всего дела, можете написать в комментариях. Вот. Я хоть почитаю, хоть пойму, про что игра. Так. Нам сюда. Нам сюда. Да, да. Как раз вот оно место, короче, мы уже почти добрались. Тут можно, кстати, сохраниться. Сохраняемся сразу же, чтоб, если что, не бежать с самого начала, а бежать отсюда, с полуначала. Так, погоди, здесь у нас каждый раз появляется монстр. Я же говорю, чувак. Он один? Ну, будем думать, что один. Нет, их два. Их два, потому что две головы. Их два. Так, окей, давай сюда. Давай сюда, и нам здесь надо. Так, аптечку забираем. Нам тоже нужна. Все. Мы на месте. Вот у нас, видите, арт с бункером каким-то. Я думаю, что там что-то интересное. Что-то интересное нас ждет впереди. Так, здесь мы щелкали, тыркали, ничего не работает. Окей, вставляем ключ в замок и поворачиваем. Так оно и есть. Короче, здесь что-то все завалено. Все сломано и завалено. Лампочку можно скрутить? Оп, погоди. Hey, you. Who are you? Speak. Hey, you. Who are you? Speak. You. Who are you? Я горбушка. Я горбушка. Я горбушка. Promise not to hurt us. We've lost the guy already. My name is Hans, and this is Walter. Hans. We've been stuck here for a while. Guns. We're staying at the Hotel de Gregor, and found this tunnel. We got overrun, and. Чувак, я ничего не понимаю. Что-то отель Дел Грегор. Что здесь написано? Че мне спросить, что-то? Ганс. Ганс пушки, да? Пушки. Ну давайте пушки выберем. Overrun you. Где Жинзель. Жиензель. Чешнит. Шчинзель. Шайнзель. Шайнзель. Overrun. We don't know. It was swift and very strong. Anyways, we need to find the way out. Anyways. You need help, then we'll certainly follow you. Давай прекращай болтать, я все равно тебя не понимаю. Говори мне по-русски. Так, follow me, stay here. Follow me, stay here. Follow me. Follow me. Follow me, чуваки. Sure. Мне команда не помешает. Follow me, короче. Follow me, так, здесь ничего не.
Follow me, говорю. Ща. Let's go. Ща? Ща, let's go. Окей. Так. Это дур. Это дур, короче, что-то не дур. Нихера. Ну-ка. Ну-ка. Нихера. Погоди, может ключ нужен? Может ключи здесь всякие, нет? Подойдут. Не подойдут, нихера, этот ключ подойдет, тоже нихера не подойдет. А этот ключ подойдет, тоже нихера не подойдет. Окей. Там смотри, базука, ё-моё. Етишкина жизнь, там базука. Мне нужно. Мне нужно срочно туда попасть, короче. А, что-то проржавело, короче. Написано. Да? Да! Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аллилуйя. 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 Чуваки, всем кранты. Всем кранты. Так, помним, да? Ставим на паузу. И читаем. Так, окей. Всем кранты, короче, у меня есть базука. Главное себе не взорвать. Так, погоди. Может, это тоже сломать можно? Ни хера, а эта дверь не ломается. Окей. Ладно. Что у нас тут? Давайте пойдем по порядку. Давайте пойдем по порядку. Окей, там, там аптечка. Там аптечка. Погоди, не, не, я хочу автомат. Я хочу автомат. Вот так. Это автомат. Воу! Твою мать! Ты тут? Ты здесь? Ты где? Бла-бла-бла, короче. Так, 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 свет, не моргай, пожалуйста. Тут ничего не. А, и все, здесь ничего не взять, мне только за скриптом сюда зашли. О! Твою мать! Появился мутант и рыгнул, короче. Жестко рыгнул на меня. А за аптечкой, короче, мы сюда пришли. Ладно. Окей. Здесь делать нечего. Пойдем, follow me. Follow me, follow me. А где второй-то? Куда второй-то делся? Слышно, напарника потерял. Куда ты делал напарника? Ганс, или как тебя там? Так, здесь покрутить ничего нельзя, да? Ничего не крутится. Телефон? Снова звонит телефон. Я как будто дома. Ого! Ништяк. Хера там патрон... Это для снайперки патронов столько? Охренеть. И они не берутся. Ни один не берется. Эдвард has been forced to join the army. Давай. His rebellion against the Reich has led him to me. His courage interests me. Maybe this is the one I've been thinking. Короче, пробалаболил что-то не, не на русском. Окей. Не разбивайся. А, вот телефон. Вот телефон. What strange. Что-то странное, да? И все? Че меня так развернуло-то? Развернуло-то к херам просто. Ладно. Да. Дай мне сюда зайти. А, сохранка. Давай. Допустим, сохраночку. Так, пистолет. Понятно. Тут что-то. Да блин, кресло долбанное, свали нахер. Так, а у меня есть чем тут? Покрутить, повертеть. Вентилем, что ли? Вентиль сюда ставить? Нет. Этим? Нет. Короче, нихера не работает. Даже не высыпалось. Окей. Ладно. Допустим.
мы сохранились, и нам теперь ничего не страшно. Я, блин, застрял, споткнулся об этот вентиль. Давай зайдем сюда. Здесь посмотрим. О, мозги. Найс. Кто хрюкает? Все закрыто. Короче, кто-то хрюкал. Так, здесь у нас ни черта нет. Кто-то хрюкал, ни черта нет здесь. Никого. Ладно, пустая комната. Окей. Да ну нафиг! Вот это круто! Вот это охер... вот этот автомат я хочу. Да. О, да, детка. С этим автоматом я колду прошел. Погоди, не надо мне. Да. О, да. С этим автоматом я прошел колду, короче, это охеренный автомат. Только почему ты держишь его одной рукой, я не могу понять. Так. И ноль... Зато обоим, блин. Почему даже в Call of Duty, короче, к этому автомату было мало патронов? Здесь так же. А, во-во-во-во-во-во, набрал. Окей. Ладно. Ну это конечно, ништяк, блин. Это просто, это золотая жила здесь. Что за постер? Окей. Это реально золотая жила, надо сохраниться полюбасу. Надо сохраниться, потом идти дальше. Сохраняемся. Это конечно просто. Это просто ништяк. У нас есть базука, крутой автомат, короче, и пистолет крутой тоже. О, нихера. Воу, чувак. Да ты волшебник. Научи меня так же. Я так же хочу. Что здесь происходит, да? Чувак. А можно я сниму этот пулемет и себе возьму, а тебе дам автомат? Не хочешь так махнуться? Ладно. Так, туда нас вообще к двери не пускают. Ничего не крутится. Здесь ничего. Ничего, короче, не работает. Ничего не работает. О, здесь пулевые отверстия. Двери злоки. Так. Воу-воу. Чего, блядь? Воу. Тави... О, нихера. Нихера. Ни хера их там! Это реально жесть. Чувак, там, держись. Я к тебе. Погоди, я тебе сейчас помогу. Убили! Твою мать, убили! Убили чувака. Так, погоди. А я могу? О, я могу. Я могу, только здесь как-то... Криво как-то. Погоди. Они все сдохли? А где второй-то? Сюда иди. Сюда иди. Кати, блин. А музыка, по-моему, прекратилась, да? А, нет, играет музыка. А что надо делать-то? Что не крутится? А, о, второй пришел. Второй меня услышал и пришел. Молодец. А что делать-то надо? Вентиль может крутить? Погоди. Я чуть ни хера не въезжаю. К дверям туда подойти? А в эти может дверь зайти? Нет, тоже не пускает. Погоди. Дверь из локот. Дверь из локот. А может у меня... Погоди, может... Может, ключом локит? Нет. Чуть нихера.
Не работает. Не рубит ни черта. Давай сбегаем сюда. Давай сбегаем сюда. Ничего не работает, ничего. Воу-воу-воу-воу-воу! Бегут, бегут, бегут! Чувак, давай, 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 мы с тобой сейчас справимся. А, да ладно, патроны кончились. Ладно, у меня есть пистолет. Надо, короче, это. Вау! Ты что творишь-то, твою мать. Так, надо, короче, это. За автомат. Автомат. Давай мне. 8 обоим. Да я бог. 8 обоим. Это ж крутяк. Так, что делать-то? Чё, мать твою, делать? Здесь, может, покрутить? Нет. Там толчок. Тоже нихера не делается. Тут... О! Во! Смотри, крутится. Окей. Ладно, закрутили. Может, их по порядку? Ну, погоди. По порядку, может? По порядку, наверное. Здесь. Во, 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 во. Ништяк. Во. Крути, крути. Нахера кручу ты, правда? Чувак там отбивается. Короче, жесть. Короче, жесть. Надо бежать к нему. Бежать к нему, помогать. Нет. Не трогай, падла. Не трогай, падла. Не трогай, падлу, падлу. Нет, только не убейте его, пожалуйста, он не нужен. Фу, чувак, молодца, молодца, держись, держись. Я с тобой, я с тобой. Держись. Ух, мясо мясное-то. Так, погоди, я закрутил, да. Я закрутил. Где еще один? Вот, красный винтель. Крутим дальше. Давай, 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 я успею, чувак. Не ссы, я все сделаю. Ты только меня прикрывай. Ты только прикрывай меня. Я сейчас все сделаю. Блин, жалко чувачка, да? Давай. Дальше, дальше, дальше. Так, два вентиля здесь. Блин, прямо у дверей. Так, этот не нихера не работает. Давай вот этот. Так, как начнет стрелять, мы услышим. Сразу побежим. Окей. Давай, сюда. Давай, 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 давай. Есть, есть, отлично, отлично. Двери закрылись. Ништяк. Хера мы тут накромсали. Это просто как война миров Z просто. Чувак, мы справились. А чё у тебя один глаз? Погоди, а чё у тебя там? А, это ты-то ещё... Он типа щурится, типа прицеливается, да? Чувак. Отлично, отлично все, все прекрасно. Давай. Может, теперь мы сможем пройти сюда, в дверь? О, отлично. Стой. Не. Я туда не пойду, пока не сохранюсь. Пока сохранку себе не сделаю. Сохранили по-любому. По любасу нужны сохранили. Окей. Теперь можно спокойно идти и помирать. Спокойно идти и помирать. Ну все, я готов. Чувак, бери пулемет, пошли со мной. Сейчас мы всех порешаем. Так, закрыто. О, там кто-то ломится. Эдвард, дядюшка Эдвард! Мочи его нахер! Воу-воу-воу, дядюшка Эдвард, нет! Горбушка, фак! Ну, блин, в принципе, дядюшка Эдвард не такой уж и сложный, не такой уж и сильный. Я думал, будет пожёстче. Что-то он в особняке был жёстче. Там чувак, кстати, дохлый. Надо подойти. Что-то было, нет? Надо подойти. А, это чувак, короче, которого... Слышь, это что за херня?
you tell Shinzel the truth? Kill Shinzel. А, да ладно! Немец выбежал. Немец выбежал. Погоди, немец. А я для тебя тут оставил подарочек, короче. Воу-воу-воу-воу, немец, немец, ты чё? Стой. Хера себе немец какой. Вы посмотрите как. Вы просто посмотрите, как у него жизни этого мешаются. А, голову, голову. В тело меньше попадает, да, получается? Ну-ка, я тебе голову сейчас. Все. Фашик готов. Готов. Окей. Фашисты мы захерачили. Кстати, похож, смотрите, да? Он похож на этого, на Макса Пейна, короче, да? Есть такой что-то. Окей. Ну-ка. Ну-ка, сюда-то. Че здесь? Аптечки. Так, ну, кстати, я истратил аптечку? Нет, я не истратил аптечку. Прикиньте, я даже аптечку не истратил. Охереть. Так, погоди, а мы немца замочили же? И чё? И дядюшку Эдварда замочили? И типа это? Типа это финал? Или будет что-то новое? Ну, там аптечка. Эдвардс behavior has changed. Ever since he found out his mother was used in a recent experiment, he has become enslaved. I'm making new preparations. Hopefully this night a new man will be born. Спасибо за книгу. Да, я только это понял, правильно? Спасибо за книгу. За какую-то книгу. Кстати, у нас же есть Некрономикон еще. Значит, это еще не конец. Нихера себе тут похлебка, блин. Борщичок. Целый котер борща. Нихера. Так, о, ключи. Ключи кар. От машины, что ли? Ключи от машины, короче. Ключи от машины. От какой-то машины. Че, и все, а назад, да? Назад. А, там к чуваку, наверное, надо бежать. Чувак, я иду к тебе. Держись там. Я иду к тебе. Чувак, мы спасены, теперь мы можем. Воу-воу-воу-воу! Опять двери открыли. Тихо. А, не закрывается. По новой, что ли, назад? Я сюда могу зайти теперь. Я могу сюда зайти. Погоди, здесь операционный стол какой-то. Тут делать нехер. Окей. Окей. Так, дай-ка я сюда зайду. Я сюда тоже хочу посмотреть. Так, а здесь у нас тележки, коляски валяются. Так, и в принципе ничего. Только вентиль тоже. Он не крутится, да? Ничего не делается. Отлично. Ладно. Окей, все нормально. Все круто, все нормально. Пойдем, чувак, пойдем. Пойдем со мной. Пойдем со мной. У меня есть ключи от машины. Прокатимся сейчас с ветерком отсюда. Сохранимся только. Сохранимся только. 100% надо сохраняться. Я так полагаю, обратно, да, нам обратно надо идти. Короче, валить отсюда. Погоди. Патроны-то надо. Или хватит? Ну, я думаю, да не, хватит, у нас же еще пистолет. У нас же еще пистолет. Нормально. Сигналка работает. Прям реально как в бункере. Воу, ты чё, вот погоди, стоп,
Какого хера? А почему я здесь? А почему не прыгай? Ты залезь. Хера там месиво! Вы ржете? Я чувака убил. Погоди. Это я убил или они убили? Че за? Да пистолет-то выбери, твою мать, а! Хера. Не на всех тут патронов-то не хватит. Ну-ка, чуваки. Камон, камон. Все в перемешку. Охереть. Я здесь. В темноте ни хера не вижу, в кого стреляю. Ну-ка. Сюда иди. Баба. Хера их там еще! Мне реально патронов не хватит. Буду кулаком. Буду кулаком махать. Сюда иди. Да иди сюда-то, я тебе кулачком сейчас. Молодца, молодца, я сейчас тебя нахлобучу, бабёнка. Я, конечно, женщин никогда не бью, но ты исключение. Да сдохни ты уже, нет? Чё, засал? Сюда иди, сюда иди. Отлично. Хера накромсал, просто. Блин, у меня только лампа. У меня только долбаная лампа. Так, чувак, у тебя патронов не осталось. Извини, блин, я тебя не спас. Какие тут откровенности. Прям с головой, прям с головой туда залезла. Жесть. Ладно, чувак. Сори. Мне надо валить. Мне надо валить отсюда, короче. Мне надо. Так. Машина это машина? Да? Ключи от этой машины? Что-то хер там написано. Погоди. Нет, ключи не от этой машины. Ладно, бежим. Бежим на выход. Нам надо бежать на выход. Короче, все сдохли. Все сдохли, я остался. Все умрут, а я останусь. Охереть, кровавая баня, просто. О, нихера тут люди. Погоди. What the fuck? To be continued. Thanks you play. А, и все? А нихера себе поворот. Нихера себе поворот. Это я выбежал, короче, да, из этой херни всей, из бункера из этого. И, короче, меня просто убили. Меня какие-то мафиози встретили и убили. Охереть. Ну ладно, допустим. Вот мы и прошли эту игру. Кстати, игра, блин, вот игруля реально требует внимания. Требует внимания, блин. Для инди-проекта, бесплатного инди-проекта, вообще шикарно. Просто шикарно. Мне даже, меня затянуло даже. Я даже хочу поиграть в To Be Continued. Хочу поиграть в продолжение. Вот, реально. Прям. Это, знаете, это то же самое, ну, можно сказать, короче, когда бесплатная игра лучше, чем некоторые платные игры. Сделано реально качественно. И атмосферка, и все есть. Вот. Ну и на этом будем заканчивать. С вами был Валерий. Подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот. И оставляем комментарии. Оставляем свои отзывы по игре. И я со всеми прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.